сотрудники отделения по делам несовершеннолетних УМВД провели акцию «Здоровье – твое богатство» для учащихся физико-математического лицея. Встреча направлена на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма. Полицейский провела беседу о влиянии запрещенных веществ на физическое и психическое здоровье, а также на социальную сферу жизни человека. Подросткам рассказали о том, что наркозависимость сопровождается поражением внутренних органов и центральной нервной системы, а также может вызвать проблемы с памятью и агрессивное поведение, последствия продолжительного принятия запрещенных веществ. Также сотрудник полиции проинформировала учащихся об алкоголизме, не менее пагубной вредной привычке. Злоупотребление спиртным также носит огромный вред здоровью человека. В завершении мероприятия гостья ознакомила участников акции с положениями статей уголовного и административного законодательства, предусматривающих наказание за правонарушение несовершеннолетними в данной сфере. В дежурную часть УМВД поступило заявление от 65-летнего местного жителя о том, что неизвестный завладел его автомобилем отечественного производства, припаркованным около одного из домов на улице Маяковского. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 38-летний местный житель. Соединив провода зажигания, он запустил двигатель автомобиля и скрылся с места преступления. Автомобиль изъят. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.